просторный, дружелюбный, вобравший в себя представителей 160 национальностей и 6 религий. Площадью, превышающей такие страны, как Греция, Венгрия и Северная Корея. Со столицей Уфа, размером 7 Парижей и более 1000 Ватиканов, Башкирия. Это ветры, веками формирующие ровные спины холмов и гор. Это более 12 тысяч лет. Неповторимый колорит, в котором навеки смешались традиции разных национальностей. Все это предопределило облик края символом в виде цветка курая и красивым названием Башкирия. Часа пути от Уфы на северо-запад, и мы на месте. Первый город, об истории которого мы хотим рассказать вам подробнее, город Дюртюли. Красивое слово Дюртюли напоминает слово «гюль» – цветок по-башкирски. Деревня Дюртюли. Да, деревня, зато известная далеко за пределами республики. По итогам переписи здесь на левом берегу Белой построено 4 деревянных избы. Дома принадлежат 4 царским крестьянам. В них проживают 18 мужчин и 17 женщин. Всего 35 человек. Местные из аулов так и прозвали это место. 4 дюрт дома, эйле. Дюрт эйле, то есть дюртюли. Так и записали. Дюртюли. Здесь появились вот как раз эти 4 русских, значит, двое из Бирского района, один из Бирской и деревни Канапово-Дюртюлинского района. Трапезников Митрофан Яковлевич, 2 Чистяковых и 1 Дьяконов. Вот говорят, где 4 дома? Все спрашивают, 4 дома нету, дома были деревянные, они внизу около Белой находились. Представляете, дальше 6-я ревизия 1811 год, потом 7-я ревизия, и уже в Дюртюлях очень много людей появляется, семей. И самое главное, все русские. Почему же они появились именно здесь? Дюртюли можно назвать золотой землей. Расположено это место на пересечении нескольких торговых путей. Из Сибири и Урала по Белой, далее Белая впадает в Каму и, наконец, в Волгу. Земля в Дюртюлях всегда была очень благодарной и плодородной, поэтому издавна сюда переезжали поселенцы – татары, марийцы, чуваши из Казанского уезда, из-за Волги. И еще до петровских времен первыми начали пользоваться трехпольной системой севооборота, когда пахотные земли сразу делились на посадку озимых культур, например, рожь, яровых культур, которые возделываются весной, например, овес и проса, и культуры летней спашки. После потери русским правительством доверия к башкирам, участвовавшим в Пугачевском восстании, Уфимская казенная палата в 1782 году селит русских крестьян в этих урожайных местах. Сбором хлеба, который по реке отправляют в другие города и весь.
Река Белая – главное связующее звено нашей. Добрый вечер, дорогие друзья, земляки и гости нашего вечера. Мы приветствуем вас. Дюртюлинский район поистине является одной из жемчужин республики, где сплоченно живет и трудится наш многонациональный народ. И мы с огромным удовольствием принимаем участие в фестиваль-марафоне «Страницы истории Башкортостана», посвященной столетию образования нашей республики. Хайырлы кеш, хөрмәтле дустар! Киен қонақтар һәм яқташтар! Дүртүлин районы Башкортостанның иң ямьле табиғатлы райондарының береһе. Ул үленең мул һыллы елғалары, уңдырышлы ерләре, куе урмандары, кара алтыны менән генә түгел, билдәле шәхестәре менән дан тота. Фәррәх Дәүләтшин, Шәйхзәдә Бабич, Назар Нәжми кебек бөек сәнгать осталары, галимдар, ялыусылар һәм башка дан ияләре бөгөн районыбыздың исемен сит яҡтарға танытты. Беҙ, дүртөйлөләр, үҙебеҙҙең өш бейәр һәм тан. Тырыш халҡыбыҙ менән ғорурланабыҙ. Уларҙа беҙҙең көс, уларҙа беҙҙең киләсәк. Ораз поганым йолташ, Пошкода да Шерхахан куна була. Наши митинган дене Отбачак сай пайремеш погонен улына. Тенден ончылна дүрдүлі кундемын Мари Калакши, Шапта тыматлы. Күмылда ғыбырғы виже. Исәнмесез хөрмәтле якташлар, без күп милләтле дүртеле җиреннән сезгә кайнар сәламнәр җиткерәбез. Дүртеле җире үзенең хезмәт сөйгән җыр моңга дәртле биюләргә маһир булып халкы белән дан тота. Сезнең өчен әзерләнгән бүгенге программабызның исеме «Дүртеленең данлы еллары, киләчәккә барыр юллары». Хөрмәтле дуслар, сәхнәдә музыкант, популяр җырчы, якташыбыз Радик Динәхмәтов. Каршы алабыз!
Жиған дүйе шекелді, кешкені дүйе.